Привет-привет! С вами Рви Машинс, ваш привычный голос за кадром, и сегодня мы с вами находимся в окрестностях города Ковров, где располагается тот самый завод имени Дегтярева, известный в первую очередь производством разнообразного оружия. Но помимо оружия, завод также производит и гражданскую продукцию, среди которых мототехника ЗИД, известная и почитаемая многими из поколения конца СССР и начала 90-х. В том числе завод производит и вот такой вездеход под названием ЗИД-Бархан. Сегодня мы всячески его изучим, испытаем и, как всегда, в конце поговорим о ценах. На нашем канале уже не раз были обзоры подобной техники а-ля каракаты, но все они по большей части были мелкосерийного производства. Интересно же посмотреть на такую технику, но уже полноценного заводского исполнения. И сразу же хочу отметить, что внешне выглядит бархан очень выигрышно, все аккуратно и гармонично. При взгляде на него сразу очевидно, перед нами не самоделка, а заводская техника, выпускаемая со всей документацией и прочим сопровождением, необходимым для официальной эксплуатации машины. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам рассказать небольшой инсайт. В самом скором времени завод готовит выпуск нового мотоцикла под скромным названием ЗИД-125, испытательный образец которого вы можете сейчас наблюдать на ваших экранах. Основная его особенность в том, что при всех его достойных характеристиках и опять же приятном внешнем виде, стоить он будет всего лишь в районе 60-65 тысяч рублей. На мой взгляд, довольно интересный вариант, но мы все же вернемся к вездеходу Бархан. И сейчас я расскажу, как тут все устроено. Приступим. По своей конструкции бархан — это классический трицикл со сварной рамой из труб и задним подрамником, на котором установлен ведущий мост. Сразу бросается в глаза огромные колеса низкого давления. Здесь у нас никаких ободрышей. Все заводское. Камерные шины Arctic Trans с наружным диаметром 1020 мм и шириной 420 мм. Обратим внимание на хитрую конструкцию диска. За эти выступающие части очень удобно крепить цепи или другие повышающие проходимость приспособления, если вдруг штатного протектора окажется недостаточно. Отмечаем, что спереди вездеход оборудован маятниковой подвеской, а вот сзади подвески нет, колеса закреплены жестко. Да, быть может, многим это не понравится, но бархан оборудован мотором Лифан мотоциклетного типа. Как же так, скажете вы, Дегтярев и Лифан? Что ж поделать, пока обеспечить более доступную для потребителя цену при тех же характеристиках получается лишь с китайскими моторами. Это 200-кубовый 4-тактный 13-сильный двигатель жидкостного охлаждения. Мотор оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач, скорости переключаются по мотоциклетному левой ногой. Кроме этого, в трансмиссии применяется редуктор уже производства ZID. Он обеспечивает понижающий ряд передач, а также заднюю передачу. Есть также стояночный тормоз. Привод на задней оси осуществляется двойными мощными цепями с натяжителем. При этом, в зависимости от условий дороги, можно использовать либо два ведущих задних колеса, либо только одно для удобства маневрирования. Подключается привод с помощью вот такого простого, но эффективного замка с использованием съемной муфты на ступице колеса. Радиатор вынесен назад для защиты от повреждения ветками. Тормоза дисковые, гидравлические. Спереди и сзади установлены довольно мощные багажники, которые при необходимости можно закрепить кофры. Из светотехники никаких тебе новомодных светодиодов. Все крепко, практично и сурово. Органы управления стандартные мотоциклетного типа. Ну а приборка, наверное, самая лаконичная из всех, которые я встречал в своей практике. Остается добавить, что двигатель можно запустить как электростартером, так и с кикстартера. Ну а теперь давайте приступим к ходовым испытаниям вездехода. Погнали! Прежде всего хочу отметить, что при первом знакомстве с барханом пришлось вспоминать все навыки из моей юности, проведенные верхом на Урале. Расслабили нас сейчас все эти вариаторы, а тут приходится поработать, и с сцеплением поиграть, и передачу подходящую вовремя подтыкать, и нейтралочку поискать при остановке. Впрочем, если есть опыт, привыкаешь мгновенно, и дискомфорта особо не ощущаешь. Манипуляций, конечно, побольше, зато не страшно намочить в воде вариатор. Что касается мягкости хода, подвеска спереди отрабатывает на кочках, это чувствуется, а вот сзади подвески нет, поэтому все же иногда потряхивает. Но за счет огромных мягких колес эти потряхивания отдаются в раму не жесткими ударами, а упругими покачиваниями.
Мощности мотора хватает на всех передачах, тем более редуктор обеспечивает большой крутящий момент, даже в нормальном режиме. А если включить понижайку, то легко можно трогаться с места и на холостых оборотах. Вездеход будет медленно, но уверенно ползти с минимальной скоростью. Что ж, таковы мои первые впечатления от Бархана. Передаю управление более опытному водителю для более серьезных испытаний. Одно из основных преимуществ машины – это минимальное давление на грунт. Вроде как можно даже спокойно переехать человека на земле без последствий для него. Правда, у нас добровольцев что-то не нашлось. Масса машины по паспорту – 330 кг. При этом огромные колеса низкого давления дают большое пятно контакта с грунтом. Соответственно, давление на него минимальное. С одной стороны, это очень хорошо для преодоления бездорожья по топким грунтам. А с другой не менее хорошо с точки зрения экологии, так как, как вы можете наблюдать, бархан движется по лесному ковру, даже не повреждая молодые деревца и мох. Дорожный просвет 340 мм. Это дает хорошую возможность для преодоления пересеченной местности с перепадами рельефа. Бархан легко карабкается на подъемы в 30 градусов, может преодолевать уступы до 40 см, перебираться через полуметровые рвы. Но надо быть внимательным при боковых уклонах, трайки их не любят. Максимально допустимый угол бокового крена – 25 градусов. Также надо отметить, что бархан, очевидно, не скоростная техника. По паспорту максимальная скорость 40 км в час. Но на практике рабочая максималка ближе к 30. Вездеход позиционируется для движения по пересеченной местности, болотам, пескам и снегу. Так что высокая скорость здесь отдана в жертву крутящему моменту. Что ж, давайте тогда там его дальше испытывать. Неподалеку мы нашли подходящее для испытаний болото. Прежде всего пробуем самое простое – проехать по ковру. Тут грунт уже весьма топкий, но все же сверху все покрыто плотной растительностью. Конечно, обычный колесный внедорожник тут же прорвет этот дерн и завязнет. Но бархан, как мы с вами наблюдаем, за счет минимального давления на грунт спокойно движется в этих условиях. Что ж, усложняем задачу и ныряем в самый центр болота. Изначально можно быть уверенным в одном. Как минимум, бархан не утонет. За счет колес техника уверенно держится на воде. Допустимая нагрузка для преодоления водных преград – 150 кг. Но вот как покажет себя в болоте фактически заднеприводная техника, сомнения, если честно, были. Все-таки переднее колесо не ведущее и упирается в растительность, а задним попросту не за что зацепиться. К моему удивлению, бархан медленно, но уверенно прокладывает себе путь прямо поперек болотины. И тут, похоже, значительную роль играет навык управления. Вряд ли будет много пользы, если просто выкрутить газ до отсечки и пытаться взять оборотами. А вот поймать оптимальный момент, когда задние колеса дают наибольшую тягу, и при этом покачивать машину, помогая ей пробираться по зарослям, этот метод, как видите, отлично работает. В итоге мы уверенно пересекаем все болото, и сейчас будем выбираться на другой берег. А вот чтобы выйти на берег, есть определенная хитрость. Гораздо проще это сделать, двигаясь задним ходом, чтобы пассивное переднее колесо не упиралось в берег. Поэтому разворачиваем вездеход, находим подходящее место и пытаемся выбраться. Что ж, с заросшим болотом бархан справляется, но там в воде есть достаточно плотная растительность, которая дает хоть минимальный, но все же зацеп для ведущих колес и помогает машине двигаться вперед. Теперь интересно, как покажет себя вездеход в открытой воде, где под колесами ничего нет, кроме, собственно, самой воды. Для этого теста мы нашли подходящее довольно глубокое озеро, где и попытаемся прояснить амфибийные способности нашей техники. И тут бархан удивляет еще раз. Опять же, поймав оптимальную частоту вращения колес, водителю удается пустить вездеход в довольно проворный ход по воде. Конечно же, не стоит ожидать тут больших скоростей и выхода на глиссер. Но для амфибийных вездеходов без дополнительного водного движителя, да еще и задним приводом, результат очень достойный. Так что можно уверенно заявлять, что бархан плавать умеет, хотя и с оговоркой, что это результат в стоячей воде. И еще больше радует техника своей способностью маневрировать на воде. Если по скорости наша машина примерно равна со стандартным крокатом, то маневрирует бархан гораздо увереннее и проворнее. Что ж, с водным тестом мы также разобрались, разворачиваемся и выбираемся на берег.
и у нас остается наша традиционная рубрика «Разговор о ценах». И тут есть некая вариативность. Если вы не планируете ставить технику на учет и вам не нужен ПСН, то машина продается как спортинвентарь по цене 187 500 рублей. Если же вы планируете официально зарегистрировать вездеход и поставить его на номера, то можно приобрести его с ПСН. В этом случае цена будет ровно 200 000 рублей. Что ж, на этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Давайте с вами обсудим, как вам этот вездеход, да и вообще ваш опыт общения с техникой ZIT. Уверен, таковых среди нас много. Спасибо, что прокатились с нами сегодня, друзья. Подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. До встречи!